Қайырлы күн, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Бүгін алаңымыздың құрметті қонағы кәсіби бокстан екі салмақта әлем чемпионы. Бірінші ауыр салмақта VBA регулар және жартылай ауыр салмақта VBA супер белдік иегері Бейбіт Шуменов кәсіби мансабын қайта жалғастыратынын хабарлайтын болады. Уважаемые журналисты, мы рады приветствовать вас на информационной площадке службы центральных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях единственный казахстанец, ставший чемпионом мира в двух весовых категориях по профессиональному боксу, в полутяжелой VBA Super и в первой тяжелой VBA Regular Бейбіт Шуменов. Официально объявит о возобновлении своей профессиональной карьеры и возвращении в большой спорт. Сондай-ақ алаңымызға бүгін Қазақстан кәсіби бокс федерациясының президенті Ерлан Бекхожин және Бейбіт Шуменовтың пиар-директоры Арман Тілеукенов келіп отыр. Құрметті қонақтар, алаңымызға қош келдіңіздер. И первое слово для выступления предоставляется Ерлан Халижанович. Пожалуйста, вам. Да, құрметті әріптестер, уважаемые коллеги, добрый день. Ну, как вы поняли, главным ньюсмейкером этой пресс-конференции является наш легендарный боксер Бейбіт Шуменов. Его достижения на профессиональном ринге, конечно же, вызывают уважение, помимо того, что он единственный казахстанский боксер, который был чемпионом мира в двух весовых категориях. У него есть еще одно достижение, это рекорд, по, если так можно сказать, по скорострельности. Дебютировав в 2007 году на профессиональном ринге, ему оказалось достаточно всего 10 боев, чтобы завоевать пояс чемпиона мира. Ну и, конечно же, он один из тех первых открывателей американского рынка профессионального бокса, и поэтому его опыт очень важен для развития профи-бокса в целом для Казахстана. Вот буквально перед пресс-конференцией звонил мне тренер Аиды Сатыбалдиновой. Она сейчас пробует свои силы в Лос-Анджелесе, нашла промоутерскую компанию сама, без опыта поехала и сейчас оказалась в тяжелом материальном положении. Вот я пользуюсь случаем, выскажу свое мнение, может кто-то из меценатов откликнется и ей поможет. Вот чтобы такого не повторялось, нужны опыт и знания таких спортсменов, таких боксеров, как Бейбіт Шуменов. И поэтому в дальнейшем, я думаю, он будет помогать, подсказывать и находить правильные пути для выхода на этот рынок, потому что он достаточно сложный, есть у него свои особенности, Бейбіт все это прошел одним из первых, поэтому он все знает. И что касается развития профессионального бокса, в прошлом году мы провели три хороших вечера бокса, один в Астане в рамках Экспо и два в Алмате, где разыгрывались титульные пояса, проводились титульные бои. И в целом я хочу сказать, что очень много талантливой молодежи и максимальную помощь, конечно, будут оказывать такие ребята, как Бейбіт, чтобы продолжить свою карьеру из любительского бокса в профессионал. Ну, собственно, давайте перейдем к теме нашего пресс-конференции. Вот, Арман, я хотел бы предоставить слово. Благодарю вас за... Благодарю за предоставленное слово, уважаемые коллеги. Хотел бы добавить немного информации о Бейбіте. Все вы знаете, что последние 10 лет Бейбіт находится физически, находится за территорией Казахстана, в Лас-Вегасе, выступает регулярно там. И для того, чтобы вот достичь таких высоких результатов, ему пришлось преодолеть очень много трудностей. Бейбіт, в первую очередь, кто смотрел его бои, могут с уверенностью сказать, что Бейбіт брал все свои упорством, своей твердостью, своим характером. И этими же качествами ему удалось завоевать профессиональный рынок бокса не только среди своих коллег, но и среди известных промоутерских компаний. Сегодня Бейбіт успешно работает не только как профессиональный боксер, он еще и выступает как промоутер. То есть за территорией Казахстана и на территории Казахстана Бейбіт проводил не одно шоу мирового уровня, вечера бокса. И сегодня его компания, на самом деле, он является там владельцем еще и компании KZ Event Production. Я думаю, об этом он сам подробно расскажет. Еще раз напомню тему сегодняшней пресс-конференции. Это возвращение нашего чемпиона в большой спорт.
И теперь хотел бы вот передать непосредственно слово Бейбута. Бейбут. Спасибо большое, уважаемые гости, за выступление. Следующее слово хотелось бы предоставить непосредственно самому легендарному боксеру. Бейбут, пожалуйста, вам слово. Құрметті достар, әріптестер, бокстың жанкүйерлері, қош келдіңіздер. Сегодня я собираюсь сообщить, почему я объявил о завершении своей карьеры и о своих дальнейших планах. Вот, начиная с первого, у меня были определенные трудности с моим менеджером. Он был перегружен своими делами и не мог предоставить мне нужное количество боев. Поэтому у меня были такие долгие простои. Добавок к этому, я получил травму глаза. Мне сделали две операции. И вот скопившийся эмоциональный стресс, я тогда, на тот момент, я решил, что завершаю свою карьеру. Ну, а на самом деле, мне нужно было просто взять большую паузу. Сейчас я себя чувствую прекрасно, восстановился, есть желание продолжить свою карьеру. И сегодня я официально объявляю о возобновлении своей карьеры. Вот. Говоря о наших планах, помимо своей карьеры, вот, мы планируем развивать профессиональный бокс в Казахстане, сделать бренд Казахстана больше узнаваемым в мировом пространстве, помочь нашим ребятам стать чемпионом мира, прославлять нашу страну на весь мир. Также собираемся, планируем открыть школу бокса, чтобы молодые ребята тоже развивались, учились, набирались опыта. У меня есть своя компания KZ Event Productions. Я являюсь единственным иностранцем, у кого есть лицензия на организацию боксерское шоу, боксерских шоу и ММА в штате Невада, в том числе в городе Лас-Вегас. Это город является столицей мира профессионального бокса. Вот. И говоря о моем следующем бое, сейчас ведутся переговоры, пока мы не можем разглашать информацию, детали. Как только ситуация прояснится, мы дадим знать. Всем спасибо. Спасибо большое, уважаемые гости. Уважаемые журналисты, мы переходим к вопросам. Пожалуйста, если у вас есть вопросы. Казинформ, первый вопрос. Добрый день, Лаура Монтаева, Казинформ. У меня вопрос к господину Шуменову. Вот, каковы перспективы казахстанского бокса в будущем, на ваш взгляд? И в будущем у вас какие планы? Не задумывались ли вы вообще о карьере тренера? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вообще, уровень казахстанского бокса благодаря хорошей поддержки с государства. Сейчас мы являемся лидерами в боксе. И у нас очень много талантов. В каждой весовой категории есть достойные по 3-4 ребята, которые могут тоже достойно выступить на Олимпийских играх. Но, к сожалению, шанс только предоставляется только одному боксеру в каждой весовой категории. И чтобы остальные ребята, там вторые, третьи номера, чтобы они зря время не потеряли, некоторые не хотят еще ждать плюс 4 года, и некоторые решают о завершении своей карьеры. А тут мы предоставляем возможность реализоваться, сделать себе карьеру в профессиональном боксе. И я считаю, что вот люди в Казахстане еще особо не понимают престиж профессионального бокса. Я хочу вам привести пример, как вот Мэнни Пакьяо с маленькой страны Филиппины. Вот 10 лет тому назад, я не думаю, что многие люди знали, где эта страна находится и какая это страна. А вот благодаря Мэнни Пакьяо сейчас все люди со всего мира знают,
эту страну. И я считаю, что когда боксер становится известным на профессиональной мировой арене, престиж страны становится более узнаваемым. И для этого у нас есть своя компания, у меня есть опыт, знания. Конечно, я готов. Я не скажу, что я собираюсь стать тренером, но я готов делиться своими знаниями и своим опытом с нашими отечественными боксерами, чтобы они, у них получилось на мировой арене, чтобы они были успешными. Да, если позвольте, я тут дополню. Как известно, казахстанская школа бокса, она является еще советских времен законодателем моды. Мастера нашей кожаной перчатки, они были очень известны, классно выступали на Олимпийских играх. Но сейчас, будучи мы независимым государством, наша школа бокса тоже постоянно заявляет о себе. И вот те, кто заканчивает в любителях и помогает вот профессиональный бокс продлить эту спортивную жизнь. В данном случае для Бейбут нам как бы с точки зрения не сколько тренера, сколько как промоутера, человека, который знает вот этот рынок, он очень интересен. Потому что в профессиональном боксе там своя специфика, там тренеров может и достаточно, и может он где-то найти, подсказать, где какого тренера найти. А вот с точки зрения промоутера и продвижения наших боксеров на этот профессиональный ринг, еще особенно американский, достаточно сложно, очень непросто. И вот опыт, знания Бейбута здесь будут просто неоценимы. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, информагентство Виньюз, Даниэль Адильбеков. У меня такой вопрос. Мы недавно видели вас в Инстаграме, совместный снимок с Геннадием Головкиным. Вы были на свадьбе у господина Сиджанова. Вот вопрос у меня, соответственно, такой. Все вот гадают про цену этого суперторта. И хотелось бы вас спросить, вот вы лично его попробовали, насколько он вкусный и вообще... Нет, у меня строго диета, я сладкое не ем, мучное сладкое не ем. Спасибо за вопрос. Спасибо большое за интересный вопрос. Пожалуйста, следующий. Бьют, очень приятно вас видеть в Казахстане. Анвар Абдрахманов, Спорткизет. Ну, во-первых, все-таки хотелось бы дополнить вопрос про торт. Вопрос-то не в том, пробовали вы его или нет, а насколько это уместно, тратить огромные деньги на торт, да, в стране, где средняя зарплата не такая высокая. Это вопрос не спортивный, а сугубо спортивный вопрос. Главное событие предстоящей недели – это бой Гассиева против Дортикуса. Как он сложится все-таки, противостояние двух разных стилей, какие у вас ожидания от этого поединка? И по относительно Дортикуса отдельный вопрос. Считаете ли вы, что если бы вы вышли все-таки против Дортикуса, то сценарий боя мог бы быть похожим на то, как сложился бой Дортикуса против Кудряшова, то есть неудачно, скажем так. Анвар, спасибо за вопрос. Я не понимаю, я не поддерживаю, почему вот такие разговоры идут про какой-то торт, когда человек, я со стороны хорошо знаю Сичанова. Он построил много школ для народа, делает добро людям. Конечно, он все это делает не на показ, чтобы люди знали. И я думаю, что таких людей надо ценить, которые ближе народу, помогают народу. А по поводу Дортикуса и Гассиева, я здесь, конечно, не знаю. Бой покажет. Оба достойные соперники. Здесь я считаю, что Гассиев, он парень очень мощный. Но Дортикус, я считаю, что технически получше боксер. Но иногда он не контролирует свои эмоции и идет, теряет контроль и идет на драки. Тут, конечно, в этом эпизоде Гассиев будет лучше. А если же
Дартикус будет придерживаться тактики, то Дартикус вполне может выиграть, выйти победителем из этого поединка. Спасибо большое. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день. Международное информационное агентство «Казинформ», Гульмира Сарбасова. Хотелось бы узнать, Бейбит, вы основали промоутерскую компанию с громким именем. В связи с этим, означает ли это, что лет через 5-10 мировой рейтинг пополнят очередные виртуозы из Казахстана? Если да, то приоткройте завесу в лицах, на кого вы делаете ставку, кого мы можем увидеть. И хотелось бы сказать, конечно, игра стоит свеч, но влетит, сами понимаете, в копеечку. Кто будет финансировать этот проект? И второй вопрос. Вы собираетесь вернуться на ринг. Что для вас важно на ринге? Контролируете ли вы в целом свое психофизиологическое состояние? Или на уровне подсознания для вас включается, говоря по-казахски, вот так называемое состояние арка? Спасибо. Я определенно не могу назвать спортсменов, каких именно спортсменов, потому что я на своем опыте знаю, что все возможно, нет ничего невозможного. И каждый спортсмен может добиться больших успехов. И, конечно же, если вам интересно, как я могу помочь, с удовольствием отвечу. Я все-таки чемпион мира в двух весовых категориях, и люди, кто разбирается в спорте, они понимают, что ну, не просто стать чемпионом мира, и особенно в профессиональном боксе. Есть много, были много олимпийских чемпионов, но все равно не добились успехов в профессиональном, именно в профессиональном боксе. Вот, к примеру, вот, с Узбекистана Мухаммед Кадыр Абдуллаев, олимпийский чемпион, чемпион мира по любителям. Но все равно он никогда не добился больших успехов, никогда не стал чемпионом мира в профессиональном боксе. Так что вот у меня есть свои секреты. Да, есть у меня свои секреты, у меня есть свои знания, поэтому я готов с удовольствием поделиться это, с этими информациями с нашими отечественными боксерами, чтобы они были успешными, выступали успешно и поднимали наш флаг высоко. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, агентство «Спутник». По пару уточняющих моментов. Вот вы в самом начале в своем выступлении говорили о возобновлении карьеры. Но один такой момент уточнить. Ранее сайт «Boxing Scene» цитировал медика, который оперировал вас. Вот хотелось бы все-таки узнать. Тот медик, в частности, говорил, что вам очень опасно из-за травмы продолжать. Как на данный момент ваше здоровье? Дают ли медики добро на это? Второй момент, который вы говорили, что в ближайшее время сейчас проходят переговоры и будете биться на ринге. Если ну, все секреты не раскрывать, то в каком весе хотя бы планируете, скажите, выступать? И по поводу вашей компании, ну, все-таки сегодня вот вы сообщили об этом, но, возможно, вдруг в спортивных кругах уже кто-то ранее из боксеров мог это знать. Есть ли среди наших спортсменов те, кто проявляли интерес? Спасибо. Ну, особо мы никому не разглашали о том, что вот мы собираемся начать промоутерскую деятельность тоже. По поводу глаза, я считаю, что медицина не полностью изучила человека. Могу дать вам пример. В 2008 году я получил травму во время боя левого глаза. И после этого я 2 года с одним глазом выступал. Левый глаз вообще не видел. И когда я стал чемпионом мира в 2010 году, это было в штате Неваде, в Лас-Вегасе, я стал чемпионом мира с одним глазом. После этого боя мне сделали операцию, сказали, что травма очень серьезная, и тогда посоветовали мне, чтобы я не продолжал боксерскую карьеру. И если я продолжу боксерскую карьеру, то моя карьера не продлится так долго.
И тот же человек сделал мне операцию на правый глаз. Мне сделали операцию, я начал видеть левым глазом. И левый глаз сейчас, слава Богу, не беспокоит. После этого, конечно, вот тот же человек сделал мне на правый глаз. Сейчас мы прошли вот медицинские медосмотры, тесты прошли, все нормально. Спасибо за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Телеканал «Каспорт». Бибут, ну, примерные сроки можете сказать? Через месяц, через два, через полгода, когда вернетесь на ринг? И через сколько боев можно выйти на титульный поединок по основным четырем версиям? И кто из казахстанских боксеров связан с контрактом с вашей компанией и из более-менее известных боксеров мировых? Ну, пока... Перспективных. Пока никто не связан с нашей компанией. А по поводу боя моего, следующего боя, мы ведем переговоры, но планируем провести поединок в этом году. А через сколько боев? Ну, я считаю, что я буду готов, через пару боев я буду готов выходить против самых сильных боксеров мира. И по поводу весовой категории тоже спрашивали у меня. Я буду собираюсь выступать в первой тяжелой весовой категории и параллельно в тяжелой весовой категории. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Рухсат болса. Бейбут Амарханұлы, кәсіби боксқа келуіңізбен құттықтаймыз. Бұл шынымен де маңызды қадам. Жаңа алдында брифингтің басында сіздің атыңызда арнайы мектеп болады дедіңіз. Ол кімдерге арналған? Жас ерекшеліктеріне? Мүмкін жас балаларға ма? Әлде кәсіби енді бастап жатқан боксшыларға ма? Сол туралы толығырақ мәлімет берсеңіз. Рахмет. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет үлкен. Бұл біздің ойымызда мектеп, бокс мектебін ашу. Бұл мектепте біз жоспарымыз жас балалардан бастап, әуесқой боксынан бастап көмектесіп оларға, кәсіпқой боксынан көмектесіп, өмірде де көмектесіп, біздің көктуымызды биікке желбіретіп, еліміздің беделін арттырып, мақсатымыз сол. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, тағы сұрақ бар ма? Бивот, можно вспомнить бой против Хопкинса? То есть вы его анализировали уже. Это все-таки сказался опыт Хопкинса как одного из величайших боксеров, да, современности, который тактически правильно построил поединок. Это первый вопрос. И второй вопрос, конечно, главное событие этого года. В мае, скорее всего, мы увидим реванш между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Чего ждать? Это будет вновь тактическая игра или, может быть, в этот раз мы увидим больше открытого бокса? Ну, по поводу Головкина и Альвареса, они оба достойные боксеры. И сейчас мне будет очень трудно сказать, кто здесь фаворит. Они оба считаются самыми лучшими боксерами мира. И мне самому интересно увидеть этот поединок. А по поводу боя с Хопкинсом, вот, извиняюсь, как вас зовут? Анвар, да? Анвар, вот. Вот, Анвар, вот можете представить, согнать, сбросить 26 килограммов. Как бы вы себя почувствовали, если бы вы согнали, сбросили 26 килограммов? Вот, на этот поединок мне пришлось сбросить 26 килограммов. И, как видите, у меня нету жира. Я, получается, сжег мышцы свои. Одни кости остались. И во время боя у меня мозг не работал. У меня были трудности со здоровьем. Мне рекомендовали отказаться от поединка, но я все равно, в первую очередь, я воин. И многие люди вот не понимают этот фактор. Я не смог показать все свои способности в этом поединке. Конечно, я не ищу реванша, потому что человек уже все, завершил карьеру, добился больших успехов.
легенда бокса. Но если бы был бы реванш, ну я бы не смог бы все равно сделать реванш в полутяжелой весовой категории. Но с удовольствием бы вышел бы первый тяжелый весовой категории. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, подводя итоги нашей пресс-конференции, хотелось бы отметить, что Бейбут Шуменов возвращается в большой спорт не только как спортсмен, но также как промоутер. Вместе с этим мы приветствуем решение об открытии школы бокса имени Бейбута Шуменова, которая, безусловно, будет способствовать развитию профессионального бокса в Казахстане, а также к воспитанию подрастающего поколения и позволит привить детям любовь к спорту. На этом мы хотели бы завершить нашу пресс-конференцию. Уважаемые гости, мы вас благодарим за предоставленную информацию. Уважаемые журналисты, спасибо за активное участие. До новых встреч на площадке СЦК. Аман сау болыңыздар.